Всем привет, дорогие друзья, с вами Банши. Ну, перед тем, как хочу вам какая-то, видео сказать, я хочу вас поблагодарить за, перед тем, как это видео начнется, я хочу вас поблагодарить за вашу поддержку, за то, что я не закрывала группу. Мне, конечно, самой не хочется закрывать, но, за вашу поддержку я не закрою группу. Спасибо огромное вам за поддержку. А это видео о перенаборе в команду. В команде я где-то вот тут сбоку будет написано, кто остался, но там где-то минимум 10 человек осталось. Ну, или меньше, я, если честно, то не помню. А почему я решила сделать перенамор? Ну, во-первых, в скайпе мы практически не общаемся, мы не переписываемся в ВК, только в ютубе общаемся, и то редко пишите комментарии. Да и вообще, ничего не там не делайте, да, там, да. Я хочу вас попросить прощения, то, что я вас исключила команду. Точнее, вы поняли. Да ладно! Я спрошу вас прощения. Что исключилась команда. А, чтобы попасть в мою команду, нужно написать имя, фамилия, ваш ОС, возраст, характер и ссылка на ВК. Если у вас там, у вашей ОС есть парень, муж или кто там у вас, сестра, брата, питомец или там что-то такое, то по никуда и то же самое, что и с вашей ОС. Да ладно. В старте прохладно. Ну, спасибо за просмотр. Если ты это не запомнил, то в описании будет написано. И с вами была Банши. Всем печенюшек и добра. Всем пока.